День добрый, на связи Амка Баски. Сегодня мы продолжим с вами проходить Life Quest. Это у нас уже вторая серия этой игры. И сегодня нам надо с вами победить нашего с вами одноклассника. Одноклассницу, точнее, да? Значит, что там у нас было? Йога. Йога, кадр. Ага, все понятно, вопросов нет. Погнали тогда за ковриком. Сколько он там стоит? Как раз скидка, кстати, тут. А, успеем? В раковине можно купить много всякой всячины, о необходимости которой ты даже не догадываешься. Ага. Привет, я гном Гнедвард. Хотите подзаработать? Помогите мне найти моих друзей-гномов, которые прячутся в разных зданиях. Легкий заработок. Первое, ищите сообщение «Замечен гном». Второе, щелкните по обнаруженному гному. Третье, заплачу вам 5 долларов за каждого. Статистика гномов появилась в разделе статистики. Угу, он взял свою игру в прятки со своими друзьями-гномами по всему городу. В магазине очень много дел, и у него нет времени на игры. Да-да-да, щелкни, когда-нибудь гномом прошли, потому что сразу получите плату. Доступ к гномам. Здорово, я шарики полетели, какой ужас. Ну, гномы пригодятся нам. А вот эти штучки, для чего они используются, на самом деле, объяснение очень простое. Они единоразово вам повысят счастье за покупку. Во-вторых, они нужны либо для каких-то курсов, либо для какой-то работы, либо для занятия каким-то видом спорта. Значит, нам нужен коврик для йоги. Окей. Купить. Погнали. Добро пожаловать в фигуру. Здесь можно укрепить здоровье, чтобы больше успевать за день. Угу. Завершив занятие фитнесом, ты увеличишь максимальное время. Окей. Значит, йога, нифига себе, 150 баксов. Дешевое удовольствие, однако. Утяжеленное поле, пояс, тренажеры, бег. Занять в курсе 3 штуки, побегать, плавание. Очки для плавания. Но это потом закупимся. Раз уж мы пришли, давайте хотя бы бегом займемся. Подбежкой. Так, распродажа у нас в магазине одежды. Надо бы хотя бы купить нормальную. Ну, я бы не отказался, а то бегаем в каких-то шлепках, сандалях, на скейтборде в сандалях. Представляете? Вы себе замечен гном. Найден гном. Серьезно? А что за плейсайм? Адда. Реклама. В газете можно публиковать объявления. Они помогут тебе найти свою вторую половинку или продать ненужные вещи. На объявления начнут отвечать через несколько дней. Не забывай брать трубку. Угу. Ну, нам пока это не нужно. Давайте работать, развозить газетеночки. процентов на фильмы. А, на фильмы? Нам надо сходить на фильмы. Замечен гном. Во-первых, давайте бег докачаем. Ура! Плюс 100 максимального времени у нас теперь. Все, мы занимались бегом, легкой атлетикой, бегали, 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 что ж, закончили заниматься бегом. Мы профессиональные бегуны с вами, здорово, пожалуй. Фильм, ну, какой-нибудь... Это, я так полагаю, тип фильма, но это название, козлы. Документалка, что ли? Интересно, что на флаге Венесуэлы изображен Наполеон. Интересно, 2010 год. Да, ладно. Ну, похоже, похоже просто. Щенящая любовь. Опять что-то зафильная игра предлагает. Какой ужас. Слезы на глаза. Шах, поворот. Шоколадный торт. Пич вампира. Левша. Шалости рейнджа. Интересно, вот эти штуки это не порнофильмы. Шалости рейнджа. Да, рейнджа тот еще шалунишка. Ельские ели. Но это прям уже прям какое-то порно на природе, что ли. Бич вампира, левша, шах, поворот, школа. Я не знаю, что выбрать. Ну, козлы какие-нибудь. Посмотрели фильм. Какой ужас. Мы посмотрели фильм с козлами. А это точно тоже не там как-то не связано. Надеюсь, что нет. Ладно, погнали работать. Нам надо 150 долларов накопить, чтобы мы могли позволить себе заняться йогой. Ну, йогой в нынче не дешевое удовольствие. А, 50 баксов. Фигура. О, как раз там скидка. Успеем, нет? Попробуем.
10% от 150 это надо 135 долларов. А, уже есть, все. Ура, мы профессиональные курьеры. Топ-разводчики газет, прям самые-самые наилучшие. Да, йога. 8 занятий. Ну, как-то негоже мужику заниматься йогой. В последнее время вы спите больше обычного. Не забывайте поддерживать уровень счастья выше 75. Иначе утром вы проспите и получите меньше времени на день. Ну вот видите, меньше. Ну не так уж сильный штраф, но тут-то тоже не шибко сильно отстает. Ладно, давайте что-нибудь сожжем такое мощное. Вкуснятина. Гном. Так, мы работали курьером, все. Газетки мы отвозили, а вот собак мы еще не выгуливали. Ну давайте выгуливать песиков. Только для начала. Ну, время у нас есть, так что давайте работать на это, чтобы сильно не увлекаться, потому что там вот эти ограничения, лучше не спешить с прохождением. Там будут от вас требовать все больше денег, все более сложные условия, поэтому лучше раскачиваться попутно. Пока есть возможность. Ветеринаром нужно работать потом. Еще можно поработать. Поздравляем, мы с вами топ-выгульщики песиков. У нас появилась работа ветеринар, кстати. 17 долларов, неплохая зарплата. Но мы пойдем по порядку. Парковщиком мы отрабатывали, я не помню, да. Уборщиком мы еще не отрабатывали. Сейчас мы будем топ-уборщиком. 14 смен, пипец. Ну ладно, справимся. Еда. Прям сразу видно его. Особо не прятаться называется. Еще три раза. Такой довольно прикольненький кликер. Уже пора, кстати. Пойдемте доработаем смену. Смены. Все, мы профессиональные уборщики теперь, очистители. Опять в том же месте. Очень креативно. Что там по работе нам? Ничего, теперь мы сможем быть управляющим в бургерах. Это вообще просто здорово. Прогресс, прогресс. Удручающая работа. Ну да, постоянно кто-то будет плакаться, недоволен. Все так плохо, все так плохо. Позовите управляющего. Ну, это стандартная тема уже, заезжена. Что, йогу нам надо закончить? Успеем сегодня? Сколько там занятий еще? Два занятия. Должны успеть. Будет обидно. Все-все-все, уже пора заканчивать. Погнали. Мы не на работу сейчас заехали, а тупо поесть. Все. Та-дам! Достижение. При этом, кабацки, это Нора. Мне надоело вкладывать всю душу в работу и получать за это гроши. Пора уже что-то делать. Займемся своей карьерой, а потом награду за свои усилия пообедаем в сытном трюфеле. Будущее достижение когда-нибудь случайно проглотит микрофон. Не, ну может быть, конечно, у нас просто бурная фантазия настолько. Но, да, она точно певица. Это точно не какое-то другое устройство. Ну ладно, ладно. Нет, я просто... Типа, когда начинает сделать всякие довольно противоречивые, ну как, не противоречивые, полезные вещички, интересные, но, скажем так, не очень приличные вещички с микрофоном, и говорит, эй, дура, ты вообще-то должна петь в него, а не лизать его, заглатывать. Проглотит микрофон. Какой ужас. Вообще-то она стрёмненькая. На любителя. Любит колыбельный в стиле power metal. Да, я себе представляю. Спи, там такой хардон. Что-нибудь такое, там спи, моя радость усни, напевает в это время. Не любит караоке. Угу. Жизненный девиз. Посадить в клетку можно певца, но не песню. Гарри Белафонте. Если кто не знает, сейчас прям даже вам справочку дам. Гарри Белафонте, это у нас... Кто? Это у нас... Полное имя Гарольд Джордж Белафонте-младший, американский певец, актер и продюсер, общественный активист, призванный королем музыки Калипсо. Его альбом «Калипсо» в 56-м на протяжении 31 недели удерживал первую строчку Billboard
201-м в истории разошелся тиражом свыше 1 000 000 экземпляров. До сих пор активно, 92 года ему. А жанр музыки тут указан. Поп-музыка Калипсо. Калипсо... такой себе. Ну, это в основном отсылка, я бы сказал, для игроков Соединенных Штатов. Вообще, эта игра, в первую очередь, для них-то и создавалась. Потому что вряд ли кто-то поймет эту отсылку. Гарри Белофанте такой. Так, ладно. Нора, значит. Найти работу за зарплату не менее $20 и заказать любое блюдо в этом трюфеле. Открылся у нас. Там более дорогая еда, но дает больше счастья, конечно же. Так. Во-первых, пока у меня есть деньги, давайте зайдем. Дорогой, $200. Йога, все, мы занимались йогой, релаксировали, что это такое? Пипец. Карикатурные, конечно, персонажи, их тут весело получились. Довольно неплохо вышло. Ну, давайте, в принципе, деньги есть. В принципе, хватит говорить это слово. Все, мы теперь профессиональные бегуны, мячик запинали до смерти, теперь можем прям хоть высшую футбольную лигу FIFA идти какую-нибудь там. Какой ужас. Поднимаем эту полоску, нам, видите, уже 1280, прогресс идет. Угу. Мы еще не работали. Нет. Давайте потихонечку тогда качать работу. Трюфели потом похаваем. Удручающая работа. Неплохо так фармим уже. По $10-50 за день можем выбивать, если постараться. Колесе фортуны распадает 25% на транспорт. О, я знаю, что нам нужно. Давайте пока, раз уж сюда сытный это... Сытный трюфель знаменит своей изысканной кухней. Наведи курсор на пункт меню, чтобы получить подробную информацию. Щелкни по нему, чтобы заказать блюдо. Приятного аппетита! Спасибо. Так, что тут у нас? Крем де ля крем. Тонко. Огромные улитки, лягушачьи лапки. Именно лапки одни. Фазан под стеклом. Стекло тоже съедобное. Чуточка. А, ну это они стебут эту тему, вот я не знаю. Вот эту мини-кухню, когда там что-то... Микро там... Положи тебе микро там морковку, микро там эту какую-нибудь, я не знаю, там... горошинку, да? И типа за это заплатить $500. Там добейте в кассу там еще сотню. Осетр. Ну, хоть что-то интересное уже. Краф ламбе. Пирог с корочкой. И торжество омара. Как ни странно... Пирог с корочкой дает больше удовольствия, чем... Чуточка дает удовольствие, как ни странно. Делакрем лучше, чем огромные улитки. По-любому... И лучше, чем лягушачьи лапки. По-любому французов недолюбливают разработчики. Ну, пирог с корочкой 42, это ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Как раз условия выполним. И... Строение лучше. Наиболее оптимально. Следующий у нас крейсер, велосипед. Ну, давайте купим крейсер себе. Чуть побыстрее будет и менее развлекательнее. Ну, меня такой цвет устраивает. Мне даже не будем что-то менять. 3D. Ура! Да, чувствуется, чуть-чуть побыстрее ездит. Все, мы профи. Отлично. Теперь нам надо дальше двигаться. Управляющим отработали, ветеринаром мы не работали. Погнали. А, я знаю, что нам надо. Сейчас успеем. Там надо посмотреть, что для за требования для курсов. Шахматы купить надо. Да, наверное, давайте купим шахматы, набор фокусника и швейную машинку. Шахматы, набор фокусника, швейную машинку. Все запомнил. Так, шахматы. Фокусик-то дорогой, 35. Швейная машинка, 80, нифига себе. Да, дорогая штука. Это сколько, 145. Ну давайте очки купим для плавания. И пояс. $200, пипец. Зато сможем теперь учиться и заниматься спортом. Но только теперь денег нет. На работу успеем хоть зайти. Отметиться. О, заводчиком сможем дальше работать. Там арендная плата не скоро. Блин, только вспомнишь про это, оно появится.
Ну, тут дорогое удовольствие кушать, куфать мы пока еще сидеть, конечно, позволить не можем. Один раз, да, там для квеста, почему бы и нет. На постоянной основе довольно жестко. Парни, бабусики. Почти. О, скидка. Это мы помним. А, это сезон был, я же был обрадовался. Гном. Тут всегда одно место спавнится. Но один день, я думаю, доработать можно. Еще гном. Слишком они даже не прячут их. Слишком очевидно. 18 баксов. 18, 16, сколько там было? 18 должно быть. Так. Давайте спортом займемся, чтобы время было. Тренажер у нас открылись и плавание. Тренажер вторая ступень и водное поло. Пипец. Для начала тренажера покачаемся. Хоп-хоп-хоп, у нас есть же тренажерный пояс. Это тяжелый груз поднимать там. Обычно пояс рекомендуют надевать, если груз для подготовленного спортсмена свыше 100 кг. В редких случаях уже 50, 60, 70, но если уж там какие-то проблемки. Ну, по-разному в разных видах спорта это не универсальное требование. Я говорю, например, про гиревой спорт. Гири поднимать. Ну, со штангой там тоже приседает, там 100 кг. Я когда-то приседал с такой штангой. Очень давно это было. Ну да ладно. Так, плавание. Ну все, мы теперь покачались, теперь можно профессионально плаванием заняться. Не успели докачать. Ничего, докачаем. Что там? Технику. О, точно, сюда надо, погнали. Пока, акция. Фокусы, тройка, шитье, шахматы. Ну, давайте начнем шахмат, чтобы интеллект качался. Плюс ток интеллекта. Шахматы в клуб записал. Здесь играем в шахматы. Хотя подождите, пока есть время. Давайте еще запишемся на тройку шитье, просто запишемся. Тебя зачислили на курс, но нужно посетить еще несколько занятий. Не забудь, что нужно несколько раз щелкнуть по курсу, чтобы завершить его. Да мы знаем, мы просто записались, потому что пока акция идет. Чтобы время не терять. А, мы не ели еще, я же забыл, точно. Все, теперь можно и поесть. А! Успеем. Гном. Ну, хотя бы так. Так, а теперь... А теперь докачиваем остальное. Еще гном. Все, шахматы мы докачали, завершены. Все, теперь мы прям такие профессиональные шахматисты, получается. Кройка шитье. Учимся шить на швейной машинке. Все, шить научимся по максимуму. Дизайнером одежды. Теперь сможем заниматься. Дорогой курс. Плюс 50 к ремеслу получили. И фокус, плюс только обаянию. С набором фокусника развлекаемся. Так. Апнули параметр. Здорово. Во-первых, поесть надо бы. Там курсы мы плавание летать надо. Все, теперь еще профессиональные полулунные. Молодцы. Погнали устраиваться на работу новую. Тренер плавания, драпировщик, швея. Какой ужас. Так, мы вообще сейчас с кем работаем? Управляющий, ветеринаром отработали. Дальше идет... А, тренер плавания. Как раз выполним квест. Сток ремесло и плавание закончить надо. Интеллект. Теперь будем учить людей плавать. Победа! Тренер плавания из GTA Vice City. Все эти ученики утонули. Типа того. Нет, самая востребованная профессия в GTA Vice City это... Как раз в городе Vice City. Это учитель плавания. Прям туда приходишь, тебе платят 100 тысяч. Но ты сколько людей не учишь, они все тонут и тонут. Но при этом ходят на пляже. Звонок. О, хороший фильм, да, мне нравится. Нет, это кто-то нам позвонил. А, точно, да-да-да. Мковацкий, это Оливия. Мне так надоело жить в этой грязной комнатушке. Кошмар. Ну, да, есть такое. Найду себе новое жилье, в котором можно завести кошку. Я думал, завести любую кошку. Вот так всегда со всеми происходит. Ну, хотя она такая себе страшненькая, еще у нее цвет кожи немножко нетрадиционный. Ну, это сарказм. Хотя... Будущее достижение. Когда-нибудь откроет четвертый закон механики. Первые три сформулированы Ньютоном, это монополия. Его. Я хотел уже добавить что-то неприличное, но не буду делать. Любит котят. Да, мы это заметили.
Судя по заданию, не любит щенков. Фу, расистка, расистка, расистка. То есть, типа, котят нормально, а щенки... Вообще, некоторые люди делятся на две категории. Котофилы и собакофилы, назовем их так. Ну, на самом деле, есть достойные и те виды. Мне собаки больше нравятся, но не все. И кошки не все. Но кошки тоже есть хорошие. Породы, имею в виду, которые такие нравятся, такие благородные, эпичные. Вот собаки, что типа там, знаете, такой корги там, да? Или, например, там бульдог английский, ну да, вот это вот классика. Ладно, жизненный девиз. Литература обнажает истину, которую скрывает реальность. Ральф Уолдо Эмерсон. Ну, про Ральфа Уолдо Эмерсона могу вам так сказать. Это один из основоположников трансцендентализма. Сам он был в Бостоне, штат Массачусетс. Очень внес, кстати, некоторый вклад в развитие философии анархо-примитивизма, можно сюда тоже сказать, в какой-то степени. В общем, зеленого, анархо-зеленого, зеленинства, назовем это так. Это уже так полутролли. Просто у него одна из ключевых его работ — это «Хижина в лесу», можете найти, почитать. Там он описывает, как он решил уединиться от людей, ушел в лес, ничего с собой не взял, там построил свою хижину, жил, сам себя обеспечил едой, полностью как бы ушел от всего, любовался природой, созерцал. Вот именно такое анархоприродность, можно так это назвать, направление. Ну, не только в рамках этого, еще раз говорю, философия трансцендентализма это тоже. Надеюсь, мозг я никому не сломал, я вас не травмировал. Надеюсь, что нет, назад. Снять или купить квартиру в шикарной высотке, посетить животинку и купить кошку или собаку. Какой ужас. Высотка, вот, мы можем там жить. Во-первых, другое местоположение, более компактное ко всему основному, это раз. И во-вторых, там вроде как при отдыхе он больше счастья получает, чем живя в обычном каком-то общежитии. Так, мы на работу только устроились, не работали, да. И сколько же это будет стоить? Высотка определенно лучшее общежитие. В этих квартирах можно держать кошек и собак, и даже завести ребенка. А, вот в чем преимущество. А в общежитии типа нельзя этого делать. А, ну типа кошка, собака, ребенок. У вас есть с собой домашние животные? Это кто? Ну, например, кошка, собака, ребенок. 1200, ё-моё. Ну, снять это не контрпродуктивно за 6 недель. Ну, за 7 недель, потому что там 8 дней почти. Без одного дня будет... Я думаю, лучше купить, накопить. Ну, давайте копить. Нас же за это никто не осудит. Думаю, нет. Зато у нас будет свое собственное жилье. Своя собственная квартира, если быть точнее. Я думаю, это здорово. Обязательно. Ними-ними. Go to work. О, уже плюс 2 бакса бонус идет. Отлично. Мы работали тренером плавания. Танцовщик нам нужен. Танцы должны быть проведены, а бэйни должны быть. Фига требования. Драпировщик. Кройку, шитье, курсы закончить, стори, месла и швейную машинку. Давайте, драпировщик. Неплохая плата, 26. Драпировать вещички. Еще 3 пункта. Сезон моды, скидка. Спален, так решил слиться с попугайчиком. Все, мы профессиональные драпировщики. Здорово. Муниципалитет. И дальше у нас идет тут швея. Аж 31 доллар. Довольно неплохая зарплата. А, требования-то я не глянул. Интересно, что мы такого сделали для этого. Не написано. Ладно, сменим работу. Будет написано. Стоп. Интеллект, сотка, ремесло, сотка, чей напашет шилье. А, то есть еще и 100 интеллекта, в отличие от драпировки просто. Там просто ремесло 100, а тут еще надо быть умным, чтобы шить. Да, есть в этом какой-то смысл даже, логика. Это радует. Хорошо продуманная игра. В этой работе очень сложно привыкнуть. Не забывай, чем выше твой интеллект, тем быстрее ты станешь профессионалом на работе. Да, слишком долго полоска качается. Мы все равно сейчас деньги фармим, так что нормально. Наверное. 1200 надо нафармить, это же пипец. Мы можем снять. А потом купить.
Наверное, давайте лучше... Или... Там просто она, смотрю, нас опережает. Давайте, наверное, не будем рвать себе пятую точку. Искусствоведение. О, мы профессиональными искусствоведами станем. Любая картина для этого должна быть. А, 4 курса, то же самое, плюс 100. Надо фотик купить. Ну, погнали, купим фотик. О, люблю такую погоду. Сколько фотик стоит? 65. Дорого. Фотография, здорово. Все, плюс 100 к интеллекту. Мы научились фотографировать на столе по-полному. Теперь быстрее будет качаться. Сколько же теперь? Гном, где? Вижу. Да. Гном на гноме. Гномихе 10. Занятий еще. Работа висит. Ну, давайте сегодня просто отработаем до конца. Посмотрим, как сильно там она двигается. Вообще не так уж быстро двигается. Время есть еще, наверное. Да, давайте, наверное, все-таки попробуем донакопить денег. Там еще кошка 250, по-моему, стоит. Все, мы профессиональные эти. Ну, давайте дофармливать деньги уж. Нам уже быстро двигаться. А. Долг. Потом оплатим. Да, давайте все-таки снимем. Ура, мы переехали. Весим картину, диванчик поставим и рыбку. А потом, может быть, купим, если уж на то пошло. И кошку она там просит, да? Давайте купим кошку. Гном. 600, самая дорогая стоит. Мне сразу почему-то вспоминается, блядь, вот это вообще что-то с чем-то, гляньте на этот взгляд. Сфинкс, фу, когда не нравились. Это вообще что-то с чем-то. Не, вот этот кот напоминает толстопуза из Чип и Дейла. Да, похож чем-то. Да, есть такое. Ну, пусть будет так. Ну, пусть будет Коте. Ай. А, ну да. Коте, пусть будет. Новая кошка. А старую можно выбросить, да? Помнишь меня, Мкабаски? Я Брок. Ты неважно выглядишь, если честно. Да ладно, откуда он знает? Ладно, троллю. А вот я в отличной форме, потому что бегаю по всему городу. Да ладно, мы тоже бегаем по всему городу. Быстрее всех остальных и при этом еще успеваю тратить деньги. Брок. Будущее достижение. Когда-нибудь отправить нокаут соперника одним ударом подбородка. Вот интересно, когда они говорят будущее достижение, это то, что вот они сами хотят сделать? Типа, какое ваше будущее достижение вы можете назвать? Или то, что реально с ним произойдет в будущем? То есть, без вариантов. Вот это довольно интересная мысль. Ну, достижение, честно говоря, так себе. Не, ну на самом деле, для спортсмена, наверное, это очень сильное достижение. Ну, подбородку точно хана будет. Любит протеиновые коктейли. 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 Но это мы заметили. Не любит цветную капусту. Да ладно, спортсмен должен ее обожать. Жизнь девиз. Настоящая драма разыгрывается только в рестлинге. Энди Кауфман. Энди Кауфман. Откроем сразу. Эндрю Джеффри Кауфман. Американский стендап-комик, шоумен, актер и артист ревью. Кауфман устраивал на сцене альтернативу привычной комедии, смешивая воедино пантомиму, стендап и провокации, стирая грань между реальностью и воображением. Часто именуемый дадаистским комиком, какой ужас, но никогда не был эстрадным артистом, который рассказывает публике смешные истории. Скорее манипулировал реакциями. Окружающие часто не могли понять, где настоящий Энди Кауфман, а где очередная его роль. 35... Оу. В 49-м он родился, в 84-м умер, 35 лет. А что случилось, неинтересно. Первым появлением болезни, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, болезнь, все понятно. Ну, я думаю, может быть, убили там, или какой-то несчастный случай. Ну, вообще, вот знаете, вот какого-то тут Кауфмана узнать, Билла Фонте, это такой себе вот. Уолда Эмерсона, да, потому что это классика философской мысли, тут не пропустишь его. Ну да ладно.
Потратить не менее 40 долларов 8 заведений. Галочка отличная, будет то, где уже потратить. Замыкание открылось. Какой ужас. Давайте смотреть. Что, новых работ нет? Нет. Танц надо заточить. Давайте работать. Деньги лишними бывают. Декоре. Декор. Ну давайте похаваем в дорогом ресторане. Видите эти зубы, этот рот? Типа что-то там трепет-трепет, она типа так слушает. А где гном? А. Да, ну фиг заметишь. Ням-ням. Ну давайте посмотрим, сколько танцы стоят. Они что проходят танцы? 355. Ну не так уж и дорого. Или искусствоведение лучше. Ну давайте все-таки танцы для для полной хронологичности. А мы не сможем работать, тоже недоступно. Когда Зиги... Зиги... Какой ужас. Зиги. А Зиги это когда будет? Ну, еще не скоро. Ну, давайте, наверное, лучше тогда... Музыка, любой инструмент. Ремонт, набор инструментов. Давайте что-нибудь купим. Значит, набор инструментов. Любой инструмент. Гитара. Не, на треугольнике будем играть. Не, ну это слишком уж толсто. Я профессиональный музыкант. Да, на чем ты играешь? На треугольнике. Когда идет там какая-нибудь кантата или симфония, там пам-пам-пам, пару раз стукнул по треугольнику, так очень часто используется. Ну почему бы и нет? Там же требуется любой инструмент, а он дешевле. Сэкономим деньги, а значит время. Музыка открыта и ремонт. Все, мы научились играть на треугольнике, профессиональный музыкант. Ремонт. А, не хватает денег для ремонта. Not enough money. Гном. Че кто все время с этой бабкой стрелит страшной? Стоит. Вопрос хороший. Гномиха, значит. Да, на спину больше обычного. Где бы еще деньги потратить? Просадить. А давайте, знаете, что где? Наполни свой дом разными гаджетами, и отдыхать на диване будет гораздо приятнее. И не забудь, что кухонная техника позволит хранить и готовить продукты из продовольственного магазина. Угу. Купим телек. Старый телевизор. Ну а чё, консервативник. Ага, начало такой. Далее. О, вот такой вот стиль, да, я помню такие телеки. Такие тоже помню. Ну, вот такие вот прикольные. Блок кабельного телевидения. Дорогая хреновина. Дайте пока ананас что-то одно. Ну, давайте кабельное подключим. Хотя телек, наверное, дайте еще пару раз подумаю. Далее. Ну пусть таким под дизайн будет тогда уж. Здорово. У нас есть теперь телек и кабельный. Можно смотреть телевизор по кабельному. Интересно, кабельный вообще подключится к такому телеку? Ну, при желании этого можно подключить. Что там у нас? А, на ремонт деньги нужны. Неплохо так намайнили. Скидка. Кстати, вот то, что мы вот эту штуку посещаем, мы тоже потихоньку купим. Ремонт. Ну давайте. Научимся ремонтировать все.
Здорово, он профессиональный ремонтник, можем себе выбрать. Авторемонт открылся. Дорогой. Ну, мы его почти позволить уже можем. Курс суббар. Ну, давайте пройдем. Все, мы можем теперь тут напитки смешивать. Поесть. Дальше, пока... Во-первых, сколько там курсов будет стоить? Мы давно не занимались. Тут ошибало. 315. Ну, не так уж много. Как раз потратим. Давайте, да. Мы же выполняем квест попутно. Угу. Так, вышибалы. Всего два занятия. Быстро. Халява. Вышибалы — это игра, в которой... Вообще, кстати, знаете, у нас есть на канале игра Булли. Есть во вкладке культовые игры. Я вам настоятельно рекомендую найти эту игру и посмотреть. Вы получите массу удовольствия. Так вот, в Булли есть игра вышибалы. В занятиях физкультурой. И так можно играть. Это игра, которую играет... Соединенные Штаты преимущественно, оттуда она вроде как пошла, еще не путаю. И там цель какая? Две команды, надо бросать мяч в противника, и надо именно сбить его с ног специальными мячами. Ну, либо задеть как-то, да. Он может поймать, и это не считается за удар. Ну, интересная штука. Часто используется надо в фильмах, сериалах, играх. Так, что я хотел? Вышибал мы прошли, деньги потратили. Декоре что-нибудь купить можем. Давайте купим. Столик. Топовый столик. Простой столик. Столик сундук. Современный столик. Пуфик. Средний столик А. Средний столик Б. Стеклянный столик. Модный столик. Модный столик с ящиками. Ну, вот это выглядит консервативно. Хотя выглядит гроб какой-то, если честно. Красное дерево. Ну, так вот. Новые вещи. Здорово. Так, что там дальше у нас? Ну, давайте работу посмотрим какую-нибудь новую. Инструктор йоги, официант, сотрудник ТП, фотограф, косметолог. Фарми... Нифига себе, 50 в аду. Хорошая работа. Люблю из него. Для инструктора йоги нам надо, чтобы у персонажа был интеллект 200, сотка, ремесло 200 и йога должна быть пройдена. Давайте поработаем так. Еще и занятия всего лишь. Профессионалы. Так, нам надо где-то деньги потратить. Еще одно здание осталось. В техникуме скидка. Вижу. Ай, не туда. Ну давайте на этикет запишемся. Все, теперь персональный занят. Этикет у персонажей есть. Можем послать человека очень вежливый по криптодискурсу, например. Для того, чтобы понять, что такое криптодискурс, считайте Пелевина. А можете забить в Google криптодискурс Пелевин. Так, надо что-то еще потратиться. О, машина новая нужна, точно. Крейсер, теперь дротик будет. Такой горный велосипед. У него развлечение, скорость побольше. Здорово. Ну, допустим... Какие-то все варианты так себе, если честно. Вот такой вот классический консервативный цвет. Победа! Привет, это Грета. По-моему, постоянно питаться в ресторанах вредно для здоровья, Мкабацкий. Да ладно, в ресторанах. Не забегал в именно в ресторанах, еще слово. Хотя, знаете, я очень был шокирован сильно, когда на полном серьезе кто-то мне сказал, а может быть, как бы даже и сами владельцы ресторана где-то публиковали в новостях, или позиционировали себя. Макдональдс как американский ресторан. Доступного качества, что такое. Ну, в общем, ресторан, ключевое слово было. Я немножко был шокирован. При всем уважении к Макдональдсу. Может, начнем сами готовить дома?
Получит достижение. Станет звездой сцены. Любит звездные составы. Не любит железнодорожные составы. Жизнь-девиз. Позвольте выразить мою мысль в танце. Ну, Чарли Чаплин. Даже можно проверить специально. Стата. Позвольте выразить мою мысль в танце. Вообще нет цитаты. Позвольте выразить мою мысль в танце. Ничего не удает. По-моему, это... У Чаплина было в каком-то скетче. Ну, раз вообще никто не удает, значит это... А тут и нет даже знака цитаты. Может, либо цитату они неправильно написали, либо это из какого-то фильма. Где-то в каком-то фильме это было. Я точно помню. Ладно, не суть. Купить холодильник, микроволновку или плиту и продукты в продовольственном магазине. О, Кайл. Продукты открылись у нас. Погнали на работу. Давайте работу получше искать. Барменом работать можем. Это где, в танцульках? А, то есть он разблокируется, если на смешные условия. Так. Это мы работали. Танцовщиком пока нет, мясником нет. Ремесло 10.50 нужно. Гардеробщиком, да, йоги, да, официантом не работали в трюфеле. Надо работать. Официантом. Все, мы в отеле сможем теперь работать. Сразу интересно. Нет, какие требования. Официант, сотрудник ТП. Техподдержки, наверное, имеется в виду. В замыкании. Для этого у нас должен быть 200, ну, не у нас, в смысле, у нас-то все гораздо выше, но все по максимуму. У персонажа должен быть интеллект 200 и ремесло 200, как минимум. Ну, погнали, отработаем. Ну, мы сейчас, наверное, типа, ну, умоляю, ну, давай купим приставку, типа, жену, да? Радиотехника дальше, прикольно. Вот уже сейчас хоть более-менее нормальные работы начинают идти. Они какие-то там уборщики и прочее. Да, заберите $200. Скидка продуктовая. Ну, здорово. Ура! Плюс $3, кстати. Поесть успеем. Так, с корочкой. Дальше идем. Кто там у нас? Фотографом можем работать. 200 ремесло. Должен быть фотоаппарат и курс фотографии пройдены. Фотографирую для газет. Нормально. Статусно, я считаю. Угу. Тем более рядом с домом. Это тоже неплохо. Да-да, мы спим меньше обычного. Бла-бла-бла. Профессиональный фотограф. Самые лучшие снимки делаем для газеты. Дальше что там у нас? Фотограф, швеей мы работали. Пекарем это пока нет. Косметологом мы, по-моему, не работали. Нет. Тогда на швею переключимся. 300 обаяний и 100 ремесла. То есть главное уметь говорить, красиво говорить с клиентками, там, допустим. Ну, в редком случае с клиентами, пожалуй. Ну и чуть-чуть уметь что-то делать, да. Делать хоть какой-то этот макияж там, да? К примеру. Ладно, там на нас баба уже нажимает вроде как, да? Чуть-чуть. Давайте хоть холодильник купим, сколько он стоит. 600, нифига себе. Ну давайте, я не против. Ура, у нас есть холодильник. И продукты. Покупать продукты намного экономичнее, чем есть в ресторанах. Только учти, что для хранения продуктов нужен холодильник. Не можешь себе его позволить? Испытай удачу в лотерее. Нормально. Полуфабрикаты, обычные еда и натуральные. Полуфабрикаты на один день $3. Причем их можно на микроволновке, эти так можно готовить. Дорогие, 63 на неделю. Ну давайте для разнообразия начнем с полуфабрикатов. Вы не сможете есть, пока не купите необходимую технику замыкания. Микроволновку. Но
Смотри, три клетки. Надеюсь, это одинаковая сумма. По-моему, это развод, но чисто по фану попробовать можно. Кстати, нифига себе, счастье повышает неплохо довольно. Ну, давайте сделаем 5 попыток. Это 2 попытки было. Это 3-я. Это 4-я. И это последняя, 5-я. Я помню, раньше пробовал, никогда вроде у меня не выпадал. Ну, по теории вероятности, очень маловероятно, что мы что-то тут выберем. А лучше всегда одинаково стирать, так больше вероятности, что рано или поздно будет нужное. Ну, согласно математическим моделям. Это как в казино есть такая тактика, приходишь, ставишь на рулетку, там, на красное, там, допустим, $100, да? Ошибка, выпало черное, проиграли. Окей, ставишь $200 на красное, проиграли. Окей, ставишь $400 на красное, опять черное, проиграли. Там уже $800, опять черное, проиграли. И 1600 ставишь на красное, выпадает опять черное. Нет, цвета, надеюсь, не попутал, тут про один тоже цвет говорится. Выпадает наконец-то красное, потому что не можешь все время подать черное. И ты получаешь $100. Но это очень рискованная тактика, потому что может все-таки не выпасть. И заметьте, ради того, чтобы получить $100, допустим, ты 1600 уже должен рисковать. Плюс владельцы казино тоже не дураки, они сейчас это ограничивают. Например, там не больше 8 раз можно ставить на одно число, допустим. Там. Плюс есть еще Zero. Статистически он тоже повышает вероятность казино. Благодаря нему казино не тащит в основном. Так, не об этом сейчас. Что нам надо? Мы работаем. Ладно. Можем здесь. Здесь можно изменить цвет волос, кожи и даже цвет глаз. Какой радиоактивный загар. Обратиться в какого-то негра. Причем можно так начать за негра и с помощью специального загара стать белым. Майкл Джексон одобряет. Цвет волос, покраска мелирован. Тут все просто, покрасить волосы, это вообще не проблема. Но контактная линза, типа, придумали для смены глаз. Очень креативно, кстати. Просто у тебя есть свой цвет глаз, но носишь линзы с другим цветом. Хорошее объяснение. Разрабы молодцы. О, все, мы можем пока сейчас не париться некоторое время. Да, еда, конечно, там будет дешевле. Так. Ура! Профессионалы. Профессиональные косметологи. Дальше идем. Что там у нас по плану? Конец, обаяние. Даже вторая ступень, нифига себе. Барбара. Консольки сейчас заблокируем, в данный момент там нет вакансии. Консольки открылись, когда ваш соперник станет зиппи. Оформитель. Отлично. 200 интеллекта ремесло, профессиональный швея или профдрапировщик. Топ. Для фарма денег самое то. Ну, раз такая тема, я думаю, можем заниматься чем-нибудь. На велотренажер записаться. Все, на велотренажере мы откатались, получили плюс 10 к максимальному времени. Да, это, ну, у нас настоящая нагрузка. Не успеем. Нет, успели. Ну, отлично. Какой чувак. Микроволновку. Сколько она стоит? Просто заранее гляну, чтобы не забыть. 200. Ну, это не деньги тут уже теперь. Она с вами. Отработать. Угу. Плюс 5 баксов. Нормально. 57. Там доп работу, но и так, в принципе, жирно. Ну, раз такая тема, давайте хоть, не знаю что, квартиру выкупим. Станем собственниками, не съемщиками. Приходим с продажи.
Все, покупаем себе жилье. Ура, у нас теперь есть своя собственная квартира, нам теперь не надо платить за ее обслуживание. Давайте похаваем. Все, давайте сдадим квест. Возьмем себе что? Телек побольше, давайте. Большой старый телевизор у нас теперь будет. Вот такой цвет полковник тоже. Компьютеры еще такие были. Угу. И микроволновку. 200 кассов. Победа! При этом, Кабацкий, это Виджей. Сейчас сезон плей-офф. Ужасно хочу себе ЖК-телевизор, чтобы смотреть матчи Суперкубка. Если купишь телевизор раньше меня, можно я к тебе приду посмотреть. Смотрите, нормально. Будущее достижение станет грозой офиса. Серьезное достижение. В скобках нет. Любит все, что относится к футболу. Не любит спортивные игры, которые не транслируются по ТВ. А то же был удивился, начал зачитывать. Жизненный девиз. Мне много не надо, достаточно самого лучшего. Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль, там написано Е. Видите, тут буковка Е, походу, похоже. Да, жесть. Я смотрю, создатели игры любят Уинстон Черчилль цитируют. Ну, безусловно, фигура достойная, историческая. Хотя мне Чемберлен больше нравится, как можете догадаться. Ну да ладно. Кстати, тут 11 класс, а тут идет выпускной класс. Ну там есть, наверное, 12 выпускной класс, или как 9, 11 в нашем случае, например, российском. Тут противники будут посерьезней. Ну да. Нифига себе, у нас уже блок ТВ есть. Любые колонки и ЖК-телевизор. Окей. Универ открылся, кстати. Я в раздумьях. Давайте, наверное, работать. Денежки фармить. Угу. Распродажа. Нам уже как не надо ничего есть. Где этот? Сюда. Неделю. Ну, по фану чисто. Когда это не работает. Ну, $1 это не смешно. Даже. Не серьезно. Богачи. Угу. Давайте машину, что ли, купим. Или что там дальше у нас идет. Альпинист. Топовый этот. Ну, давай за 150. Да, получше. Сидушку какую-нибудь, я не знаю. А, тогда нет. Далее. Привет. Здорово. Теперь мы дома есть можем, кстати. Кстати, хватит говорить слово, кстати. Ну да, кстати, да. Старый телек стоит. Вот так вот. Если у тебя есть холодильник, можно покупать продукты в продовольственном магазине. В зависимости от типа продуктов, тебе понадобится микроволновая печь или плита для приготовления. Эту технику можно приобрести в магазине «Замыкание». Да, есть такое. Просто щелкаешь по ней, плюс 50 к счастью. Неплохо и дешево. Так, поскольку у нас есть бабосики, давайте в спортзале докачиваться. Марафон. Запишемся на топ-марафон. И ура! Мы осилили марафон. Побежали 40 тысяч метров. Это же марафон 40 километров, так ведь. Марафон разный бывает. Победа. Дальше идет у нас аэробика. Дорого. За то, что мы марафон завершили на роботу и долг. Есть какие-нибудь курсы? Щегнул. Искусствоведение. О, давайте. Расскажите о своей любимой картине. О своей любимой картине. Ну, у меня есть такая. Но не самая любимая. Блин, ну ладно, раз уж заехали, $10 немного. Хотя лучше дома есть. По всем показателям здесь в игре это выгодно. Ура, мы прошли искусствоведение. Профессиональные искусствоведы, теперь разбираемся в искусстве. Это здорово. Нам дали работу метр до отеля, заводчика, программист. Ой, вот это зарплата побольше будет. Программист, ура!
здорово. Метр Дотель. 300 интеллекта и официант профи. Давайте осилим. Пном. Картина типа. Креативно. Все, мы стали с вами метр Дотелями. И тот, кто стоит на входе, встречает клиента. В ресторанах дорогих, вроде как. Если ничего не путаю. Так. Заводчиком мы были, по-моему, да? Нет, не были, открылась работа. Так, верните обратно. Там условия. Тоже интеллекта, предыдущая работа. Тут ветеринар был. Теперь будем разводить собачек и щеночков. Кошек, собачек, спаривать их. Ну, не собак с кошками. Хотя это было бы интересно, наверное. Но не будет ничего работать. Потому что раз слишком разные виды, в них потомство не оформляется. Интересный факт. Не происходит генетического контакта. Хотя иногда некоторые породы близкие можно между собой как-то скрестить виды под виды. Но в рамках вида это уже не прокатывает. Вот собак с кошкой не получится. Это только мультики, а не пес. Не, ну если генная инженерия куда-нибудь шагнет, то можно что-нибудь придумать. 1000 собак стоит. А 1000 Скуби-Ду стоит 1400. О, бульдог. Я бы купил бы его, но... Уя. Что-то еще такое страшное. Хотя вот эти штуки сами дорогие обычно. Ну да. Так, погнали. Не успели. Ничего страшного. Да, мы спим больше обычного. Сильно фармителем мы работали, программист, а они доступны, так что блин. Здание-то заблокировано типа. Угу. Так, давайте сюда, хотя подождите, 1100. Аэробикой. Оп. Дорогие курсы по аэробике. Все, аэробику завершили. Хайпово вышло. Ладно. Ничего нам это не открывает. Тренера по аэробике не даете. Окей. Кайл. Что там он? Давайте потихонечку качаться. Ну, где? Колонки. Для начала самые простенькие, старые колонки. Нормально. Даже цвет, наверное, менять не надо, я так и оставим. И телек обновим. Теперь купим мини-телевизор. Современный зато. Прогресс. Чего не поели? Теперь купим мопед, оса. Здорово, на скутере будем гонять. Не особо быстрее, но развлечение зато. Надо колеса крутить, напрягаться. Здорово. Дальше уже будет мотоцикл. Вот эта машина 10 тысяч стоит. Она имба. Я себе хочу такую. Кстати, у нас до сих пор нет нормальных ботинок. Покупка одежды приносит счастье. Кроме того, одежда усиливает обаяние, которое поможет тебе найти работу или вторую половинку. Угу. Простые туфли. Только цвет не очень-то консервативный. А-а-а, красный язычок вообще не в тему. Какой ужас. Будь так. Все, у нас хоть нормальные туфли есть. И штаны нормальные надо взять. Брюки. Кильт, серьезно? Мы не маньяки. Вот брюки, да. Будет консервативно. Да, вот так вот.
футболку может даже иметь, наверное. Хотя тут костюм уже, деловой пиджак. Пашка диска. Какой ужас. Не, меня пока так устраивает вполне. Зато денег уже больше нет. Ну, это не проблема, намайним. Давайте каждый день покупать по телевизору. Обновлять его. Чтоб чувствовалась поэтапность. Теперь у нас будет маленький. У нас такой сейчас телевизор, потом будет такой вот. Стереосистема, нифига, дорогая штука. DVD-проигрыватель. Давайте, пусть будет. Теперь мы сможем диски смотреть. Когда уже не совсем не актуально. Но это еще и игра 2010-х годов, тогда еще диски были актуальны. Хотя уже были на излете, вот-вот они должны были вылететь. Я помню все это. Нет, когда были весело, смотрите, грустно, что все. Уходит, все меняется. Ну, давайте не будем о грустном. Манить. Телевизор. Что там у нас? Сквош. Ракетку для сквоша надо купить. Да не туда. Да недорогая. Ура, мы можем заняться сквошем. 4 занятия. Все, постоянные игроки сквош. Почти все тут докачали. Но остальные дорогие, конечно. Не буду даже спрашивать, как он отдыхает. А, мы же деньги потратили, с них денег. Не успею на работу. Заехал на работу только для того, лишь для того, чтобы отметиться. Надо не забывать дома есть сразу. Нет, 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 на работу денег еще нет. Полоска длинная, видите, сколько мы убиваем за сессию, сэшн. Давайте дальше идти. ЖК хоть с какого начинается? ЖК это же самый топовый. Чувак, ты офигел. Ладно, давайте просто посмотрим, какие они тут дальше шоу. У нас средний телевизор, потом большой телевизор, потом плоский телевизор, потом большой плоский экран. А плоский экран, большой плоский экран. Плазменный телевизор и ЖК телевизор. 1200. Ну давайте купим, ладно. Закончим этот квест. Я не думал, что там много, что прям самый топовый телек он попросит. Совсем чувак охренел. Боюсь, не успеем. Нет, наверное, успеем. Успели. Да, отлично. Ура! Победа! Привет, там Кабаски. Это Хлоя. Я устроилась на отличную работу. Теперь мне нужно сменить гардероб, чтобы быть на уровне. Ну да, ты будешь как какая-то прости. Ладно. Не хочешь пройти со мной по магазинам? Такой себе. Выпускной класс. Зигея. А, Хлоя. Будущее достижение. Будущее. Когда-нибудь заставит стаю птичек помочь ей сшить платье. Кто-то, по-моему, пересмотрел эту... Как она? Какой завод вылетел из головы? И семь гномов. Ну, это... С которой с животными разговаривает. Вылетела. Сейчас, погодите. Семь гномов. Белоснежка, во, точно. Вылетело это слово из головы. Увы. Любит создавать предметы одежды с помощью иголок и ниток. Да ладно, а чего с помощью... Это можно... Её можно создавать... Не любит акупунктуру. Самое бесполезное применение игл. Ну, не скажи. Жизнедевиз шитью лечит душу. Угу. Повысить абонент до 400 или выше уже готово. Потратить 300 в сезоне моды. О, корпорация Корп, отлично.
пиратский бургерский. Какой ужас. Ладно. Давайте, наверное, на этом сегодня части закончим. Было весело, но... Итак, часть получилась довольно большой. Итог сегодняшний, мы с вами гораздо дальше продвинулись, уже у нас хорошая работа, мы уже ездим на мотоцикле, своя собственная квартира, множество курсов пройдено, спортивные состязания вообще почти все завершены. Ну мы с вами, костюмчик уже даже есть нормальный, мы с вами просто профессионалы. В следующей части мы с вами продвинемся еще дальше. На связи с вами Кабацкий, мы заканчиваем, всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, наши с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока!